Hey, всем привет, это я, Фендос Колд. И вы знаете, сегодня 9 мая, сегодня в Беларуси очень большой праздник. День Победы. И сегодня парад будет, и, конечно, если я успею, то я тоже буду. Ну вот, кстати, погода очень хорошая. Уже температура 25. Вот вы видите. И хорошая погода, солнце. И сегодня очень прекрасный день. Смотрите это видео. Думаю, очень интересно будет. Очень. Вот так. Вот вы видели, в параде техники не было, но было очень интересно. Сейчас я в торговле, здесь хорошая погода, я купил коктейль, шоколадный коктейль. Ну вот, гуляем и потом посмотрим, что будем делать потом. Знаешь, мне Полина сказала... Алло? Hal-hazırda biz şəhəri gəzirik. Həddindən artıq çox adam var və ümumiyyətlə bu ilki, belə deyək, bayram bu ilki bayramda parad o qədər böyük bir parad olmadı. Çünki 71 illik idi. Məncə ona görə, yəni keçən illəri 70 illik olduğuna görə daha da ciddi oldu, daha maraqlı oldu. Lakin bu illəri sadəcə bir bayramdır şəhərdə, o qədər də bayram ab-havası hiss olunmur, nəinki keçən illər. Bax belə. Lakin gəzmək üçün çox ideal bir hava var, biz də gəzirik, görək sonra yeni gəlcəyik, bax belə. Мухаммед уже тоже с нами, и нам, ну, очень интересно сейчас. Там, там. Как тебе это праздник? Нормально. Вот. Очень интересно. Да, нормально. Да я говорю, что ничего.
концерт де белі сона чатты. Бүгінші, бу гөзел гүн де белі де сона чатты. Сау болон гелен жоқтары кедер. Хәләлі. Я не знаю.